Всем респект, братва, с вами, как всегда, Мародер 120 Гигабайт. Сегодня хочу с вами поговорить про шутер, который называется Unreckon. Рассказать немного про сам проект и про то, что меня в нем немножечко смущает. И нет, я совсем не про то, что это не настоящая игра, там, что это искусственные футажи какие-то снятые, потому что я на самом-то деле уже даже поиграл немножечко, побегал по уровню, об этом я вам чуть позже расскажу и покажу. Но для начала я по классике попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще не подписаны, и писать комментарий, чтобы это видео как подхватывался алгоритм Ютуба и рекомендовалось. Ютуб в последнее время очень злой. Плюс мне всегда нравился подобный формат, где я про какую-то игру рассуждаю, и они что-то как-то слабенько заходят. Надеюсь, с этим будет как-то получше и надеюсь очень сильно на вашу поддержку. Ну и в телегу не забывайте подписываться, пока Ютуб не заблокирует, потому что если его заблокируют, то там мы с вами найдем. Ссылочка на него в описании. А мы с вами начинаем. Погнали! В общем, давайте начнем с самого начала. Вы наверняка уже видели эти эффектные кадры, которые выглядят как реальная съемка с видеорегистратора оперативника, который расстреливает негодяев и открывает двери с ноги. Полноценную эту игру презентовали не так давно, 19 апреля. Ну, вообще, первый раз геймплей был показан в октябре 2022 года. Тогда один из разработчиков с ником Исанки показал его у себя в Твиттере. На данный момент у этого ролика в Твиттере почти 10 миллионов просмотров. И уже в тот момент меня несколько смутила излишняя реалистичность данной игры. Разрабатывает эту игру небольшая французская студия под драматическим названием «Драма». Лайк за каламбурчик поставь, заебал. Они используют движок Unreal Engine 5, поэтому ничего удивительного в том, что игра выглядит ультрареалистично, на самом деле нет. В октябре особых подробностей разработчики нам не дали, просто сказали название игры Unreckon и сказали, что вот они над ней работают. Ну и, собственно, этот небольшой кусочек геймплея показали. И вот в апреле этого года мы наконец получили некоторые подробности об игре после ее официального анонса в Steam. Во-первых, разработчики показали еще пару минут геймплея и несколько скриншотов. Во-вторых, рассказали, что игра будет чем-то вроде детектива. Романа или триллера. Там будет система диалогов, нужно будет расследовать уголовные дела и встречать разных персонажей в игре. А сюжет в игре будет вдохновлен реальными событиями. И всего за неделю нахождения игры в Steam ее добавили в список желаемого более 600 тысяч человек, и в итоге она находится на 22 месте среди вообще всех ожидаемых игр. Плюс разработчики там ответили на самые часто задаваемые вопросы, сказали, что пока не планируют добавлять в игру VR-режим, сказали, что локализация будет на самые распространенные языки, в том числе и русский, кстати, за это отдельное спасибо и респект. А также они заверили свою комьюнити, что они не пытаются футажами игры кого-то обмануть, и что геймплей, который они показали, вообще-то настоящий. И тут мы плавно переходим к скандалу, который вызвала игра после ее официального анонса. Дело в том, что игра выглядит настолько реалистично, что большое количество народа просто не поверило в то, что это действительно игра, а не просто какое-нибудь видео, стилизованное под игру с целью привлечь инвесторов, например. Как я уже говорил, в октябре меня посещали похожие мысли, что, мол, блин, игра выглядит как-то слишком реалистично, такая графика, такая там анимация и все. Не может быть это, ну, настоящей игрой. Но на самом деле об основных моментах, которые меня смутили, я расскажу чуточку позже. И это вовсе не ультрареалистичная графика. После этого скандала разработчики предприняли несколько шагов, чтобы убедить свое сообщество, что игра вообще-то настоящая, они действительно над ней работают. Для начала, чтобы убедить даже самых скептически настроенных игроков в правдивости геймплея, они выпустили видео, где показана сама среда разработки Unreal Engine. Там они специально пошмаляли рандомно, показали перезарядку и другие анимации. И этот ролик действительно убедил многих в том, что вот это действительно настоящая игра, это не какие-то записи там с регистратора стилизованную под игру. И она реально так выглядит и играется. Но это еще не все. Позже некие энтузиасты, впечатленные игрой, купили у разработчиков уровень игры и собрали билд, в который можно поиграть. Это, конечно же, не настоящий геймплей игры, а просто уровень, по которому можно пройтись. Он лишен этого эффекта видеорегистратора, но даже на нем уже видно, что графика в игре очень реалистична, действительно очень много деталей. И это еще раз доказывает, что все, что мы видели в геймплейных роликах, действительно игра, а не фейк. Я лично сам побегал по этому уровню, и ссылочку на него я оставлю в описании, вы можете сами скачать, сами побегать, только имейте в виду, что поскольку это Unreal Engine 5 с ретрейсингом, там нету настроек графики, вам понадобится довольно мощная видеокарта, если хотите посмотреть на это все не слайд-шоу. Потому что, как вы понимаете, с такой графикой даже концепт игры довольно требовательный к железу. Если вам лень скачивать и играть самим, я вам продемонстрирую, как это выглядит вот так примерно здесь, на самом деле без эффекта регистратора, действительно видно, что это компьютерная графика, да, очень детализирована, очень красиво. Посмотрите
замечательное освещение, все круто, все классно. Единственное, что меня смущает, вот эти какие-то спрайтовые деревья, если вы к ним присмотритесь, они довольно странно выглядят, плоские какие-то. Но я думаю, что, в принципе, здесь видно, что игра очень сильно детализирована, что в ней очень крутая графика, очень крутое освещение. И это примерно то, что мы видели с вами в трейлерах. Еще раз, поиграть тут никак нельзя, никакого геймплея нету, очень ограничен уровень, никуда нельзя заходить, ничего нельзя трогать, нету никакого интерактива. Но посмотреть на настоящий уровень и понять, что делают разработчики, очень даже можно. И вот в итоге мы все с вами убедились, что игра настоящая и действительно разрабатывается. Но, как я вам уже говорил, ультрареалистичная графика меня смутила только в самом начале, а потом, когда я убедился, что это, ну, настоящая игра, что вот она разрабатывается, в мою голову закрались другие скептические мысли. Да, я полностью согласен с тем, что игра выглядит круто, а идея с видеорегистратором очень смелая и свежая. Это действительно в наше время вызывает уважение, когда разработчики не боятся экспериментировать и придумывать что-то новое. Но вот если мы с вами тут поговорим про геймплей. Дело в том, что когда я смотрю вот на все эти футажи, да, я понимаю, что мы в данный момент сейчас привыкли играть немножко по-другому. Я слабо сейчас себе представляю, если честно, как играть шутер без стандартной механики прицеливания, где мы видим прицел, и мы можем хорошо навестись и выстрелить. Тут прицеливания в стандартном его понимании нету, возможно, будет работать какой-то автоаим, но вот я даже не знаю, хорошо ли это будет ощущаться или плохо. Кроме того, тут хочу добавить, что подача сюжета в играх от первого лица, где у тебя все катсцены от первого лица, это довольно сложная задача. С ней не всегда справляются даже какие-то крупные компании, типа Ubisoft, да? Что уж тут говорить об инди-студии, которая вообще вроде никогда ничего не разрабатывала, если я ошибаюсь, поправьте меня в комментариях, потому что я ничего про эту студию вообще не знаю, ничего, никакой информации не нашел. И вот они такие, раз, мы будем пилить новаторскую игру, где вообще, ну, непонятно, там вроде какой-то сюжет нам обещают, да, но как его будут подавать, я слабо себе представляю. Плюс вот эта камера с груди, с регистратора, она вроде круто выглядит, да, все с этим согласны. Но вы не задумывались о том, что если вы будете играть несколько часов, это вас может немножечко утомить. Если кто-то из вас смотрел фильм «Хардкор», вы можете понять, о чем я говорю, потому что многие люди мне жаловались, что когда ты смотришь на подобный экшен от первого лица на протяжении там полутора часов, под конец у тебя уже немножко голова кружится, тебе немножко как-то плохо, ты уже устаешь от этого. И тебе хочется вот какой-то стандартной подачи, знаешь, там, от третьего лица. И вот тут может быть что-то похожее. И мне кажется, что разрабы могут это понимать и из-за этого сделать игру, например, очень короткой, чтобы она не успела тебя утомить. Тут можно еще добавить, что я не заметил какого-то разнообразия в оружии, везде только этот пистолет. И, возможно, это проблема футажей, что игра там находится в разработке, и оружие позже там добавят и покажут. Но, опять же, я слабо себе представляю, вот как в подобной игре можно будет стрелять, например, из автомата или снайперской винтовки. Плюс, мне кажется, что в игре отсутствуют стандартные, привычные нам механики каких-нибудь там подкатов, да, то есть такие механики, которые делают шутеры от первого лица динамичными и немножко разбавляют игровой процесс, потому что вот когда ты ходишь и просто стреляешь, 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 ну, тебя это заколебет минут за 40. Опять же, хочу прикопаться к футажам и сказать, что уровни там выглядят тоже довольно однообразно. Это все просто набор каких-то помещений с дверями, ты открываешь, там у тебя враг, ты в него стреляешь, конец. Все выглядит очень атмосферно, детально, классно, но с точки зрения именно геймплея это может быть скучновато. В итоге что мы можем получить? Мы можем получить какую-то видеоновеллу, где будут элементы шутера, либо какой-то душноватый шутер, который будет очень утомлять из-за вот этой перспективы. Да, он будет отлично выглядеть, но ужасно играться. Вот здесь я хочу свое мнение высказать, что было бы круто, если бы разработчики сделали. Во-первых, вот у тебя есть подача сюжета, например, как в фильме «Хардкор». То есть у тебя идут диалоги, все от первого лица, все очень реалистично. Но было бы классно, чтобы человек не утомлялся, если бы это были какие-то отдельные миссии, и каждый рассказывал свою какую-то историю. Вообще, сами разработчики намекали на нечто подобное, сказали, что надо будет расследовать несколько уголовных дел. Возможно, каждое уголовное дело — это как бы отдельная глава, которая будет рассказывать свой сюжет, там будет свой злодей и так далее. Тогда это круто. Желательно, чтобы еще эти уровни были разнообразные, да, и локации были разные, и отличались хотя бы, ну, визуально, если уж не по геймплею. Еще было бы круто, если была бы возможность отключить вот этот эффект видеорегистратора, этот рыбий глаз, как его многие называют, потому что, ну, это действительно может утомить. Да, я знаю, что из-за этого эффекта игра выглядит еще более реалистично, потому что когда я ходил просто по уровню, я там уже видел, что это, ну, действительно компьютерная графика, а когда накладывается эффект видеорегистратора, то, ну, там реально, ну, как будто реальная жизнь, ты просто не веришь, что это игра. И все это здорово, но если тебя это утомит, то было бы круто, если могли это выключить. Еще раз хочу отметить, что я не пытаюсь как-то обосрать игру. Я не знаю, что там делают разработчики, да и вы не знаете, никто не знает. Я вижу, что они смелые, они молодцы, это круто. Это просто мои мысли, что из-за подобных новаторских идей в игре могут быть какие-то проблемы. Хотя, не поймите меня неправильно, я очень эту игру жду, я обязательно ее куплю и поиграю на стриме там во время релиза. При этом я призываю всех сохранять холодный разум и слишком сильно губу на этот проект не раскатывать. Все-таки это инди-студия, которая пилит нечто новое, нечто необычное, и это может быть как
революционный, просто очень крутой проект, так и просто классно выглядящая посредственная стрелялочка. Может быть, там действительно все будет круто, мы пройдем там игру на одном дыхании, там будет классный сюжет. Если будет так, и у них получится геймплейно сделать тоже интересно, то они 100% получат там каких-нибудь премии за свою игру. А может быть, в итоге это будет какая-то маленькая, короткая техно-демка, которая просто классно, атмосферно выглядит, и мы там в нее поиграем 20, 30, 40 минут и забросим. В общем, подождем и увидим, что получится у ребят из драмы. Пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. И не забывайте, конечно, подписываться на канал, если вы еще не подписаны, лайк поставить. А то, как я уже говорил, подобные видео на моем канале не очень сильно набирают просмотры, мне очень обидно, потому что я люблю с вами разговаривать про геймдев, про какие-то ситуации, про какие-то игры. И не хотелось бы, чтобы был какой-то фидбэк более ощутимый. Поэтому надеюсь на вашу поддержку. Ну а на сегодня это все. С вами был Мародер, что у вас Гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу!